Всем привет! В этом мастер-классе я хотела бы показать, как связать вот такие замечательные новогодние колокольчики на елочку. Сейчас эта тема актуальна, и я надеюсь, что вам вот такая замечательная игрушечка поднимет настроение, а также эта игрушечка может послужить как новогодний подарочек. Итак, для приготовления вам понадобится небольшой кусочек пряжи. Для двух колокольчиков, соответственно, два раза больше, чем я взяла. У меня уже один готов. Также вам понадобится для украшения ленточки. Я взяла бантик. Также нам понадобится петелечка, то есть, чтобы эти колокольчики на елочке держались. Хотите, просто возьмите ниточку для вязания, петелечку сделайте с нее. Для украшения два сердечка я взяла. Можете взять бусинки, либо различные, в общем, самые-самые различные украшения. Крючочек я взяла, двоечку, ножнички и небольшой кусочек, такой, я бы сказала, отрезочек другого цвета ниточки. Ниточка с иголочкой цвета я взяла красного для пришивания наших украшений. Итак, приступим. Делаем наше кольцо амигуруми или движущую петельку и делаем в нее 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем колечко наше. Придерживайте крючок и петельку на крючке. Теперь в каждую петельку делаем по 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. То есть 6 у нас было первоначально столбиков. Теперь мы провязали 12, по 2 столбика в каждую. Теперь мы будем чередовать. Делать столбик без накида, прибавку, столбик без накида, прибавку. В конце у нас должно получиться 18 петелек. Я буду сразу считать, чтобы у меня получилось 18, но при этом чередовать. Столбик 1, теперь прибавка, то есть 2 столбика без накида в следующую петлю. Это уже 3. Теперь столбик 1, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, 13, 14 и 15, 16 и последняя прибавка 17 и 18. Вот у нас сейчас 18 столбиков без накида, 18 петелек. Теперь мы ставим нашу ниточку, которую я вам говорила, другим цветом, берем кусочек ниточки и делаем как бы маркировочку, отмечаем начало ряда. Можете взять маркер, можете взять булавочку, но, честно говоря, нитку мне более удобно брать. Ну, то есть она мне и не мешает по ходу вязания, и я здесь все прекрасно как бы вижу. Теперь смотрите, нам нужно провязать 6 рядов без прибавления. То есть, если вы будете считать, у вас должно получиться 108 столбиков без накида. Смотрите, можете начинать считать, а можете просто потом по маркеру сориентироваться, сколько вы столбиков провязали. То есть, вот 1, 2, 3 и в каждый столбик, в каждую петельку столбика предыдущего ряда делаете столбик без накида. 6 рядочков нужно провязать, либо 108 петелечек, 108 столбиков без накида. Вот у меня соединение ниточки шло, поэтому я аккуратненько его пропускаю и продолжаю дальше. Хотите, я же говорю, считайте, хотите просто потом по вашей ниточке маркеру просто сориентируйтесь, сколько вы столбиков провязали. Я, пожалуй, буду считать 108, мне так более привычнее, удобнее, и я наверняка буду знать, сколько я провязала.
Вот, я провязала 108 столбиков без накида. Теперь ставлю маркер в начало ряда. И сейчас мы будем делать снова прибавку. Каждую третью петлю мы будем делать прибавку. То есть сейчас делаем 2 столбика без накида, прибавка. 2 столбика без накида, прибавка. 1, 2. И теперь в третью петелечку 2 столбика без накида. Снова 1, 2. Прибавочка. 2 столбика без накида. 1, 2, 2 столбика без накида, 1, 2, 2 столбика без накида, то есть прибавка наша. Снова 1, 2, 2 столбика без накида. И последнее. 1, 2 и прибавочка. Так мы сделали 6 прибавочек. И в конце ряда у вас получилось 24 петелечки. Теперь делаем каждую шестую прибавочку. То есть я вот не буду снимать маркер, или хотите, переоденьте в начало ряда. В принципе, мне было видно. И теперь считаем 6 петелечек, каждую шестую прибавку. То есть 1, 2 столбик без накида, 3, 4, 5 и в шестую прибавочка. 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И шестую прибавочку. Теперь снова 1, 2, 3, 4, 5 и шестую прибавочку. 1 и 2. Итак, довяжите самостоятельно еще до конца ряда. После того, как мы сделали каждую шестую прибавочку, теперь делаем следующий полустолбик или соединительную такую петелечку. Теперь нам нужно этот ряд провязать. Смотрите, вот у нас идет косичка, и верхнюю вот эту часть нашу, ну то есть для нас она нижняя, на самом деле она верхняя, как бы вот идет как с предыдущего ряда косичка, у нее нам нужно провязать вот так вот столбики без накида. То есть, смотрите, мы не за обе стеночки, а за переднюю стеночку провязываем столбики без накида. Нужно до конца ряда провязать вот эти столбики без накида. Вот, в каждую петелечку столбики без накида. Не за обе стеночки, за одну. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы получить эффект такой вот как бы закругленности, оттопыренности. У нас же колокольчик закругленные кончики, ну, либо такие вот, как оттопыренные, как бы иначе говоря. Вот я вам сейчас покажу. Смотрите, вот мы провязали полряда. Вот колокольчик наш имеет вот либо такие вот грани оттопыренности, либо я вот, честно говоря, люблю, чтобы они вот такие закрученные были. То есть просто их придавливаете, вот они закрученные. Мне нравится больше, когда закрученные. Хотите, просто оставляете вот так вот. Честно говоря, в качестве украшения можно использовать, здесь вот можно такую ниточку сделать и бусинку, то есть вот как колокольчик, чтобы имел нашу вот такую вот, как можно и колокольчик на самом деле сюда вот такой, что звук издает такой, в общем, колокольчик сунуть, цяточку тю. Ну, в общем, на самом деле мы на этом и заканчиваем. Вот, последние штрихи, последний ряд мы довязываем. Довязывайте до конца, я думаю, самостоятельно довяжете. И я вам покажу, как я буду дальше украшать наши колокольчики.
Вот мы довязали до конца столбики без накида и делаем соединительный такую соединительный столбик или соединительную петелечку. И просто вот так вот вытягиваете. Можете парочку сделать столбиков для того, чтобы выровнять наш краешек. Вот так вот. И теперь обрезаете ниточку. Вот так вот. И этот краешек закрепляете в серединке. Маркер наш можете уже убрать, он нам не нужен пока. Вам он понадобится для второго колокольчика, если нужно. И ваша задача сейчас спрятать просто кусочек ниточки в серединку. Вот я спрятала кончики в серединку и немножечко загинаю свой краешек. Мне так больше нравится, еще раз повторюсь. Делайте аналогично второй колокольчик. И затем, смотрите, после того, как у вас будут два колокольчика готовы, вытаскиваете вот эти вот наши первоначальные, когда мы делали кольцо амигуруми, у нас оставались ниточки. И вот я их вытянула на лицо. И вот так вот связываю между собой. Просто вот без всякого изменения, просто связываю их между собой. И краешки... Хотите, можете вытянуть в серединку для того, чтобы потом на них подцепить вот эти вот звоночки, в общем, вот эти колокольчики. Либо просто возьмите их, обрежьте. В моем случае я их просто, скорее всего, сейчас обрежу, потому что у меня будет более чем достаточно украшено помимо колокольчика. То есть у меня будет такая визуализация колокольчика. Итак, убираете в серединку. И вот у меня не все так получается быстро. Не очень толстая у меня, не очень толстый крючочек, поэтому не все так быстро получается. Был бы потолще крючок, я думаю, быстрее вытянулась. Основка. А так у меня ниточки толще, чем крючочек. Если у вас будет потоньше ниточки, вам будет попроще, я думаю. Итак, вот смотрите, я соединила их между собой. Теперь моя задача пришить вот эту вот петелечку, на которой будет держаться колокольчики вот на елочке. К ним пришить бантики. И к этим бантикам... Вот здесь вот я вдобавочку еще хочу пришить на колокольчике по вот такому сердечку. В итоге, когда я все пришью, мое украшение на елочку небольшое готово. Я надеюсь, что вам понравилось. Вы можете придумать также свои украшения. Я же еще раз повторюсь, можете на вот эти краешки ниточек прицепить бусинки. Можете прицепить звоночки, колокольчики. В общем, также можете взять ленточку любого цвета. Можете даже взять искусственную елочку какую-то прикрепить к этим колокольчикам. То есть здесь вы украшаете, как позволяет вам ваша фантазия. Как ваше желание играет. Хотите... Вот так вот заворачивайте, хотите, выпрямляйте. То есть, как вам больше понравится, как вам больше понравится на ваш вкус, так и делайте. Побольше вам фантазий и вдохновения. Если вам понравился мой мастер-класс, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем ровных петелек, пока-пока!